Почему у одних получается, у других нет? У одних жизнь наполнена. Их аж трясет, их наполнено эмоциями, там, радостью какой-то. Вот как моя Соня, знаете, она приезжает там с производства, она сейчас запускает там производство косметики, и приезжает, и аж танцует за столом. Вот. И я говорю, вот это да, тебе плющит. Почему ей так нравится эта жизнь, понимаете, почему? Вот наслаждается этим. У меня более так не буйно помешано, у меня более тихо. Я наслаждаюсь от того, что вот просто есть возможность жить. Почему я так выбрал для себя жизнь свою или так построил? В моей жизни был период, когда уже все сказали, что будет конец. Сказали, дальше не будет. То есть я человек, болеющий онкологическим заболеванием по сей день. Мне диагноз никто не снял. И как человек, который болеет данным заболеванием, я могу сказать, что когда было очень плохо, мне говорили, что шансов никаких, что там не оперироваться, не химиотерапию делать уже нет смысла. И как тот человек, который понял, что а все остальное было бессмысленно. У меня на то время было и имущество свое, и недвижимость своя, и бизнес процветающий. А зачем? Ну и ради чего это? Получается, все время бежал для того, чтобы это было, а и не жил. Утром вставал, там, приседал, закалялся, бежал на работу. На работе старался быть максимально кем-то, слушал коучей, читал, там, изучал что-то, ходил на семинары. Потом занимался работой, зарабатывал, откладывал, строил, изучал там бухгалтерский учет, потом делал этот бизнес и так далее. А потом столкнулся с тем, что а вот зачем? Получается, сын со мной тогда не жил, женщины у меня на то время не было, та, которая была, я с ней жить не хотел. И так как-то оно все, знаете, ради чего это все было. И вроде и не пожил, вроде и лет-то уже, а жизни не было. И вот когда я понял, что а надо жить, не предавайте свою жизнь, не предавайте ее на новости, не предавайте ее в интернете. Вот такая она, знаете, когда, какая она настоящая. Вот когда вы утром проснулись и лежите в кровати, вот она настоящая жизнь. Вот в этот момент она настоящая у вас. Или когда вы спать ложитесь, и есть кто-то рядом, кого можно обнять, вот тогда она настоящая, когда не заморачиваемся, возможно.